Когда царь Николай II отрекся от престола, последовать за ним ссылку и разделить его арестантскую жизнь согласились всего 43 человека. Всех 43 верных, подданных, отговаривали от их упорного желания разделить трагическую участь царской семьи. Вчера я вдруг услышу слово, которое прозвучало как папуля. Я едва не разрыдался. Это мой дед, а это царь. Моя мама родилась, да, ее крестила сама царица. Ну, это крест, под которым крестили мою маму. Александра Федоровна, царица. Они были настолько преданы своему царю, вместе с ним ушли в вечность.